до нас завітала, як я бачу, Катерина Галенко, фотограф. Я радий вітати її. Отож, Катерина, вітаю тебе. Переміщаюся до тебе, друзі. І що ж, продовжуємо розмову. Так, як і анонсували, сьогодні Катерина до нас завітала і будемо розмовляти про фотографію, майстерність фотографії. Це вже наша четверта зустріч, так, якщо я не помиляюся. По-моєму, шестая встреча. Ось так, бачите, як швидко летить час з приємною людиною за приємною розмовою. Отож, сьогодні з постійним атрибутом фотоапаратом. Катерину без фотоапарату побачити важкувато взагалі в житті. Отож, про що сьогодні будемо говорити? Давай поговоримо про психологію фотографії фотосесіях. Давай, без проблем. Я підтримую будь-яку тему, абсолютно. Отож, скажімо так, як я зрозумів, це будемо говорити і про модели, по суті, які, точніше, початківців, які бояться, мають якісь стреси, так? Да. Фотографія вообще нам необходима для того, чтобы запомнить какой-то момент, остановить время. Мы об этом уже говорили. Но бывают случаи, когда фотография нам нужна для того, чтобы повысить свою самооценку, для того, чтобы посмотреть, на что мы способны, увидеть в себе какие-то... Какая я дерзкая. Да, негаданные таланты, неизведанные. Возможно, какой-то модельный потенциал. Это все мечтает увидеть в себе каждая девушка. Абсолютно. Начиная с подросткового возраста, заканчивая глубокой старостью. Потому что все мы хотим себя видеть красивыми в любом возрасте. Что для этого необходимо, если ты стесняешься фотографа, возможно, не знаешь, как встать, не знаешь, что сделать, не знаешь, как улыбнуться? Мы с тобой уже говорили о том, как найти свою рабочую позу и понимать, какая ты красивая, в какой позе перед зеркалом, правильно? Тренироваться. Знать, как, что ты чувствуешь, когда ты улыбаешься красиво, и что ты чувствуешь, когда ты улыбаешься некрасиво. И выбирать именно свой правильный ракурс. Но что делать, если ты вроде как уже выбрала все свои позы? Тебе необходимо просто... Ну, ты просто стесняешься стать перед, например, мужчиной-фотографом, даже если это и женщина-фотограф. Что нужно? Очень... Завязать глаза и стать. Нет. Ну, смотри. Что нас сковывает? Это такой момент первой встречи. Если именно на фотосессии встречается модель с фотографом первый раз, то каждый стесняется по-своему. Фотограф, возможно, стесняется сказать... что ты так встала, например, и будет фотографировать в неудачной позе, а модель будет стесняться как-то раскрепоститься, выгнуться. Что для этого нужно? Встретиться второй раз. То есть должна быть первая встреча, на которой говорить нужно все моменты, так? Да, обсудить. Вот на первой встрече вы обсуждаете все нюансы, образы, все прорабатываете. Это такая даже формальная встреча, я считаю. А на второй встрече мы уже знакомы, я уже не стесняюсь, уже я поняла, что этот человек не кусается, все хорошо, и уже можно работать с ним нормально, продуктивно. Вот. А что потом еще, кроме этого, то есть раскрепощение, это получается при первой встрече, что, возможно, что такое, что человек, скажем так, будет стесняться и на второй встрече, уже во время фотосессии? Да, может быть такое. Я рекомендую вдохновляться кинолентами, возможно, книжками художественными какими-то, с понравившимися вам образами. Например, можно посмотреть, это для всех вообще рекомендую, для всех фотографов начинающих и моделей, «Отель Гранд Будапешт». Вот этот фильм, он идеальный по своей композиции, и он может вдохновить любого на что-то красивое, созидать что-то красивое, поэтому я его рекомендую. Также книжку «Ночь нежна» рекомендую к прочтению перед фотосессией. А что касается внешности? Тебе интересно? Ну, я думаю, я просто, вот знаешь, думаю, еще такой момент, ты говоришь какой-то образ, у меня сразу пары из психологии всплывают в голове, что как бы люди прячутся за какими-то образами, им проще. То есть это получается такой вот психологический метод, да, вот спрятаться, показать не себя, а чей-то образ, как бы. Это, но так это сложно. Это все-таки ты остаешься собой. То есть, ну, я думаю, что это хороший выход из ситуации, если люди все-таки стесняются. Да, люди стесняются, и показать себя самого, это, наверное, точно не на первой фотосессии. Это очень сложно, это даже ты сам даже можешь не знать, какой ты есть на самом деле, какие твои потайные желания в чертогах твоего мозга, это все очень сложно. Если об этом думать, то никакого эфира не хватит.
Ну а що ж, друзі, ми повертаємося до студії. Як ви бачите, ми вже підпригнули із наших диванів. Це спеціально зроблено, тому що Катерина вхопила свій фотоапарат і наразі буде фотографувати мене. Не знаю, що в неї такого вийде, а вже декілька знімків вона зробила. Після цього ми повернемося і поговоримо про те, які взагалі можуть бути пози та як підготуватися в плані зовнішності до фотосесії. А поки що я, мабуть, зроблю синхронно, буду фотографувати її, вона буде фотографувати мене. Ми проробили вже деякі пози. Ну, давай, Катерина, мені. Покажи, що взагалі вийшло. І я пропоную зараз повернутися на місце. Ну, Вітька, як завжди. Смішно навіть самій Катерині. Ну що, ходімо все ж таки, мабуть, поговоримо про те, як готуватися до фотосесії. Я зараз пропоную тобі фотографії переглянути, які підготувала саме ти. Тому що до фотосесії, як ми вже говорили, можна готуватися спонтанно. Можна робити деякі пози. Попросимо наших редакторів запустити ці фотографії. І разом із телеглядачами ми подивимося та прокоментуємо. Эти фотографии были сделаны в образах, которые были подготовлены меньше, чем за минуту. То есть это спонтанные образы. Никто к ним не готовился абсолютно. Это просто вот село. Удачные снимки, что называется, да? Да. Это с нашей фотосессии. Да, узнаю. Люди так подумали, ого, видите, такие длинные волосы были. Нет, это не я. Она просто решила перекурить, а я сфотографировала. Достаточно таки красиво получилось. Вот девочка пришла просто в майке и в джинсах, а это я. Сказала Катя, узнала себя, да. Обрадовалась. Это одни из моих первых работ. Здесь перемешку все. Тоже свитер нашли где-то в студии, это все реквизит нашли в студии. Это просто тоже случайный снимок. То есть, по сути, если, сказать так, быть раскрепощенным, то к фотосессии особенно готовиться и не нужно. Тут очень умелые руки мало раскрепощенных людей, да? Очень мало. Ну вот эта девочка с опытом, например. А в основном это люди чуть стесняющиеся, да? Все стесняются. Как только я прихожу с человеком на встречу, он говорит, ну я не умею фотографироваться, я вообще не фотогигиеничный. Это такая распространенная шутка, менять слово фотогигиенично, фотогигиеничный. Ну, я уже привыкла к этому, адекватно все воспринимаю. И я говорю, не переживайте, никто не умеет фотографироваться, даже я. Я вообще не умею фотографировать. И так мы шутим. Да вообще мы гуляли по парку. Классно прийти так к фотографу, обменялись комплиментами. Я не умею фотографироваться, я не умею фотографировать. Да. Да. Собрались. Для чего собрались фотосессию делать? И в итоге вот получается все очень хорошо. Человек просто даже не знает, что он умеет делать. Я бывала просто поражалась. Такие бывают скромные люди, а на фотосессии творят чудеса. Богини просто. А вообще, как еще можно подготовиться к фотосессии? Наверное, должна быть какая-то уверенность в своей внешности. Да. Уверенность в внешности, что нам это подарит? Например, ну, грубо говоря, самое банальное, обратиться к профессионалу в плане макияжа и укладки, то есть не переживать за это. Я в свое время не обратилась и пожалела об этом, потому что пошел дождь, и все закудрявилось не так, как мне надо, мне вьются волосы, и это проблема. И фотографии, ну, были хорошие, конечно, но не так, как я хотела, я выглядела. Вот, макияж, прическа у профессионала – залог успеха. Угу. Что еще? Пойти на одну тренировку в фитнес-зал. И одной тренировки хватит? Мышцы приводят в тонус, ты кажешься, что ты уже похудела на 20 килограмм, ты уже такой весь накачанный, красивый, кровью наливаются все мышцы, и тебе кажется, что уже какой-то есть результат, и это дарит тебе уверенность в себе. А нічого, 10 віджиманій з фотоапаратом, та нічого, все нормально, я думаю, буде. Тобто, як бачимо, ще й фізична підготовка також має бути. Що іще може бути для підготовки? Ми сказали про те, що зовнішність має бути, це психологічна впевненість, можливо, образ можна підібрати. Треба також фізичну підготовку, що можна ще зробити? Танцювати. Танцюй, пока молодая, да? Необхідно постійно танцювати і позувати фотографу, як будто ти танцюєш.
Но тем не менее не забывать про взгляд. Самая важная фотография, на что обращать внимание абсолютно любой, это взгляд. Какая бы у тебя была ни фигура, какие бы у тебя ни были волосы, если у тебя пустой взгляд, как на паспорт фотография, то фотография никого не заинтересует. Если у тебя кавардак на голове, но у тебя какой-то пристальный, красивый взгляд, то тогда имеет место быть эту фотографию запомнить, репостнуть, поставить на аватарку и все такое. По статистике, больше лайков собирают фотографии со студии, чем с улицы. Но мне лично нравится больше фотографировать на улице. Не знаю почему. Ну а вообще как проще на студии, ну, работать и со светами совсем, либо все-таки на улице? Ну, мне везде просто. Просто я уже перешла этот этап, когда это было дико сложно. Самое главное — подобрать время на улице, чтобы свет был мягкий, и все. Ну, поставить правильные настройки. Сейчас для меня это все просто. Но а вот, например, начинающим фотографам где лучше все-таки фотосессии? Это очень сложно для начинающих фотографов. Сразу пятна на лице от деревьев, теневые, вот это все. То есть лучше на студии все-таки это делать? Нет, то есть, когда... они не готовы к студии. Ну, а где начинать? Начинать надо при идеальном свете на улице. А время когда? Это идеальное время? Перед закатом. Перед закатом выбираем время, берем фотоаппарат. А дальше, какая должна быть местность, если не должно быть теней никаких, ничего, это должно быть... Если вы все-таки вышли в обеднее время, то лучше всего выбирать именно саму тень, не на солнце, а именно в тени фотографироваться. Тогда не будет пятен на лице, и модель не будет щуриться. Даже если, о, ты красиво стала, она глаза даже не может открыть, потому что ей солнце вот так глаза. Вот. Дальше еще что фотографу нужно знать начинающему, все-таки мы говорим о начинающих, о модели мы сказали, как готовиться, но начинающему фотографу, кроме времени правильного, кроме мягкого света, как ты сказала, что еще нужно? Необходимо уметь коммуницировать с моделью. Какие-то настройки специальные лучше все-таки на авторежим поставить? Какой авторежим? Все-таки настройки делать, да? У меня друг недавно купил фотоаппарат, вложил туда, ну, 15 тысяч где-то. Я говорю, ты вложил 15 тысяч, чтобы фоткать на авторежиме? Ну, не знаю, вот если бы, например, начинающий фотограф, то, например, бы мне дали, я бы не выставил никакие настройки. Я предлагаю следующую тему сделать, и, наверное, мы сделаем это с иллюстрациями со всем, чтобы зрители смогли правильно делать настройки на своих фотоаппаратах. Я думаю, что они универсальны везде, да? Нет разницы от марки. В принципе, да, если будут какие-то неполадки, я буду уточнять этот вопрос. Поэтому дождитесь следующей пятницы, покажем, как настраивать ваш фотоаппарат в онлайн-режиме. Попробую и я на Катином фотоаппарате настроить и что-то сделать и самому, собью ей все настройки. Нагадую, що сьогодні в нас в гостях була Катерина Галенко, фотограф, яка до нас приходить щодо п'ятниці. Сьогодні говорили про те, як самій моделі підготуватися до фотосесії, проговорили усі ключові моменти. Якщо ви щось пропустили, то можете зайти на наш сайт Nikolaev.info або ж в соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук вести новий день і дізнатися, подивитися фотографії, які ми зробили з Катериною, та подивитися нашу розмову. Я нагадую, що всі розмови ми викладаємо на наш також канал в Ютубі. Отож, дякуємо Катерині.